чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте спорного дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для завершения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Ливан Икс погиб. Найдете спасение, герой.
сон. Там вы найдете спасение, герой. Нет, мать, потому что я тебе предупреждал, во-первых, что это раз пойти. Во-вторых, мне надо во время боя еще, блядь, ей объяснять, нахуй, как должна хилить, то что делать. И как собирать сферы, потому что мы вот сейчас много пропускаем. Казум, стой под боссом, блядь, демонический доспех. Никуда не... Меня уже второй раз моб убивает, нету вставалки. Куда мы идем? Ой, этот рейд надолго. А, блин, походу и в Хейме был, да, на Синдаут. Можно тактику, пожалуйста, этот первый раз просто? Это не бот. С комнаты не выходите, главное. С этого круга. Внутрь не заходите, там где, блядь, проход. Когда все пауки сбегут, туда мне в небес.
Иванах, ну зачем ты побежал? Ну уже... Ты сейчас им нареспаешь? Сделай работу. Я сорвал агро и умер, блядь. Я 30 секунд стоял, нихуя не делал, ждал. Стал чат, что кнопку сорвал. Чё, блядь? Потому что мастер не долбоёб и умеет сбивать пушку. Вара, блядь, которого мало в кустанах. Про товары, не танки, просто привыкай. Так, а квест вообще какой-нибудь был? Синдром.
что я его не взял? Наверное. Да. Опять ссылка баговая, ёбаный. Турбана достает его? Войд, острый пилум тебе, Ванус, ты бить будешь? А что такое пилум, знаешь? Питательное копье у этих самых, у легионеров римских. Где-то недавно передачку посмотрел. В Рим Total War переиграл. Да нет, выкинул.
Его и назад убери. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Она первый раз в рейде, я не знаю, но она переживает пиздец, не знаю зачем. Чё переживает? Просто хилишь, да и всё. Это же, блядь, девушка. Кто там тактику не знает, плюс время? Я не знаю. Половина рейда. Тут как раз таки нужна, так, сейчас посмотрим, сколько людей есть, да? Дай патис. Так, что будем рассказывать. Три человека впервые. Ну, сейчас трое заморозят и выпадут. Глаз, на тебе стаки появляются после каждого каста. Не больше 5 стаков набираешь. Метка в рейде. Прячься за глыбу так, чтобы не попадал в эту воронку.
Я вылетел. Казум. Еще я тут первый раз. Отошли. Вот. Отошли. Отошли. Ой-ой-ой. Блядь. Блядь.
Менять? Смысл? Ой. Там сзади есть еще две глыбы. Лики. Скажешь, когда меняешь. Что это? Кого? Медведя. А, музыка, вижу, да, танка нету. Все текают на притяжке, танка хилит нахер надо. Стоит шаман, хилит и подыхает. Ай, блин. Откинул наши. Вообще проценты босса видел и сколько для перехода? И то, что ты, бля, просто Геру отдал в молоко на. Привет. Это Гера поможет на второй, после второй метки, которая должна, блядь, быть в центре, сука, а не первая, блядь, метка должна. Большая разница. Схуя ли ты переделываешь тактику, по которой мы всегда убиваем? Каждый раз, на. Простую, потому что первая должна быть в кресте на. Да, не устраивает. Да, я забыл, потому что Фоджа бегает нахуй с креста в череп, да, с креста. Да, непонятно, потому что ты хуёво проэралил, ты не хочешь в это. Я тебе еще раз.
Успел. Играешь? Нет, нахуй было на мне. Где он умер-то? Блин, пока поднимался он 100. Сейчас кое-что сделаем. Заебала эта хуйня.
Это просто тотальный пиздец. Ну да, тяжко под второй глыбы, которая слилась. Ну да. Есть у кого-то дживс? А мы в 23 все начали будем травить, да? Одиннадцать ночи, блядь. 12, какой нахрен один? Ну. Разбейте Волзиков, задыхаюсь. Я не понимаю это говно. Я понимаю, что надо бежать, блять. Я бегу со всеми, нахуй, так проще.
Игре 11 лет, напоминаю. 11. Справа, блядь, глупо, справа. Справа. Смертный лоб. Я уже не выдерживаю просто. Где-то там слева. Центр, примерно. Не-не-не-не, с такими хилами не. Я вижу сейчас двух хороших хилов, у Инозада и Касуки. Ой, назад, не нервничай, там все в порядке. Какой клёвый. Хуёвый, хуёвый. Да, да, думаю. Ой. Четыре. Поменял. Кого бери? Покинь просто. Кому бери? А чё вы выносите налево, если он сказал всё в крест? Типа вечер охуенных историй был. Вечер охуенных тактик. Ясно. А мороже, понял.
Бля, спас пол рейда, нахуй, проверяй. Да не, Вуля. Наверное, просто рано рейлить кому-то, я так думаю. Всем добрый вечер, вы Чевцелка? Здрасте. Да, ты нам нужен, заходи. А что мне за это будет? Сладенький. Ничего. Тебе Шредер отсосет. Если он, ты скажешь, я отсосу тебе Император, я зайду. Ну, бля, в рейде нет. Сорян.